Так. Бонжур, мез ами. Давайте поздороваемся. Салю. 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 Так. Сегодня у нас с вами будет новая тема. Для начала мы с вами все повторим, что было на прошедшем уроке, потому что вдруг кого-то не было. Ну, думаю, можно начать. Так. Сейчас, секундочку. Видно презентацию? Да. 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 Окей. Так. Поднимайте руки. Сейчас мы будем повторять алфавит и все остальное. Так, пока вижу 4 руки, но давайте начнем с Давида. Давид. А, Б, С, Д, F, G, H. H, I. Нет, это не I. Во французском у нас буква I. Это ни в коем случае ее нельзя произносить как I, потому что француз слишком обидится. Давай I. Ой, I, извиняюсь. I. I, Z, Это G. G. I, K, К, мягкая К. К. К, Л, М, Н, О, Р, Это П. 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 Р, Ку, Кю. 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 Р, С, Т, Ю. Нью. Вот это ю, мягкое ю. Ю, В, W, X, Y, Z. Так, опускай руку. Алена. А, Б, С, Д, Ё, Это Э. Э, Ф, Ж, Так, подожди. А, вот, вижу. Все, давай дальше. Аш, И, Жи, К, Л, М, Н, О, П, Q, F, S, T, U, V, X, Y, Z. Так, хорошо. Опускай руку. Аким. Давай, начинай. B, F, D. Это А, Б, С, С. А, Б, С, Д, И, Ф, Ж, Э, Э, Ф, Ж, 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 Ж. Ж, Ж, Аш, И, Джи, Ка, Л, М, N, O, P, П, Q, П. P, P, I, Q, Q. Q, Q, L, S, T, V, U, U, U. U, V, V, V. V, V, W, X, Y, Z. Хорошо, опускай руку, Арина. А, Б, С, Д, И, О, Ф, Дж, Аш, И, ой, И, И, да, правильно. И. И, Джи, Ка, Л, М, Н, О, Н, П, Н.
И смотри, у тебя была ошибка. Нельзя произносить ни в коем случае М, а просто твердое М. М. Н, также Н. Это Р. Р. С. Смотрите, сейчас я вам скажу такое упражнение, как быстро отработать эту букву Р. Смотрите, у нас же есть украинское Г. Давайте повторим. Украинское Г. 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 Повторим, давайте. И когда нам нужно произнести букву Р, картавим. Мы как будто картавим. Р. И мы просто эту украинскую Г очень сильно надавливаем. Г, 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 Г. Попробуй. Дальше. UVW Добре. X Смотри. Y. Т, Ю. Повтори. Т, Ю. U В, W, V W, W X, Y, Z. Давай дальше. X Y Z Дальше. Мария. A B C D F G H. H H. L ой F Это да, F, F. F H H, I, H I G, Z K ой K K, K. K L M N O P K Q, Q. Q R S T T, U T. T U V W X Y Z Злата. E D Нет, 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 нет. А, Б. А, Б, С, Д, Это Э. Э, З, Ж. Это Ж. Ж. З, Аш. Э, Аш, Аш. И, Жи. З, Ка. Ка. К, Л, М, Н, О, П, П. Это Q, П. П. П, Q, Р. Нет, это как бы мы украинскую Г очень сильно надавливаем. Г, повтори. Г и надавливай. С, Т, Т, Т. Т, Т, Ю. Это Ю, Ю. У, В, В. В, W, W. W, X, Y, Z, Y, Y. Y, Z. Так, и опускай руку Амина. А, Б, С, Д, Э, Ф, Ж, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, Q, Q, Q. Q, Q, R, S, T, T. U, V, U, U, U. U, V, W, X, Y, Z. Да, очень хорошо, молодец. Так, и Себастьян, хорошо. Себастьян. Да. А, Б, С, Д, Э, Ф, Г, Ж, Ж, Е. Ж.
Ж. Х. А, это кя? Нет, я вот здесь пульси А, этой. вот, вот здесь? Не, вверх Вот надо. здесь, аш. Да. Угу, аш, это аш. Аш. И. Йо. Жи, жи, это жи. Жи. Кя. И. Эль. Эл. М. М. Н. Н. Угу. О. О. Х. Ю. Р. С. Это С. С. Угу. Т. У. И. У. Угу. W. W. Угу. X. Y. Is. Z, Z, Z. Z. Угу. Так, отпускаем руки. И сейчас мы с вами повторим слова новые, ну, старые, вернее, которые мы проходили на прошлом уроке. Приветствие. Так, поднимаем руки заново. Ага, так, Арина, давай с тебя начнем. Салю, бонжур, 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 бонсуа, боннуи, комен сава, комон сава, комон сава, сава, супер. Bien, bien, bien. Comme ça. Смотрите, у нас, видите, вот эти буквы, они у нас не читаются. Сейчас покажу. Вот эти буквы у нас не читаются. Э, вот это, а, так, ком, оно читается ком. А у нас не читается салю, буква Т не читается. Буква С здесь тоже не читается. Вот эти, то, что выделены желтым, они у нас будут, не будут читаться, потому что такое вот правило французы придумали, чтобы была красота, красота языка. Угу, давай, дальше. Угу. Только смотри, ком си. Видишь, вот это Э у нас не читается вообще. Ком си, ком са. Ком си, ком са. Угу, дальше. Тремал. Вот, тре маль. У нас мягкая будет маль. Ле всегда будет мягкая. Тремал. Угу. Мерси. Угу. Оривуар. Угу. Так, Амина. Салю, бонжу, бонсуа, бонуи, коме, сава, сава. Так, смотри, и я забыла тут выделить, что у нас кому у нас ЭНТ окончание не читается. Так, пишу, вот. Вот это у нас не читается. Угу, давай. Comme ça va, ça va, super, bien. Bien, comme, bien. Bien. Угу. Comme si, comme ça. Правильно, давай дальше. Très mal, merci, au revoir. Угу. Злата. Салю, бонжу, бонсуи, бонсуар, бонсуар, бонса, боннуит, ком сава, кому, 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 она у нас будет в нос, кому сава, кому сава, смотрите, я вот сейчас выделю, чтобы было всем понятно, другим цветом еще поверх этого. Красным, что это у нас будет в нос. То, что красным у нас идет в нос. Поняли? Ком сова, сова. Камон, 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 камон сова. Камон сова, угу. Сова, супер, 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 биен, биен. Угу. Ком си, ком са.
Tremel, merci, au revoir. Maria. Salut, bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Подожди, подожди, подожди. У тебя как бы окончание получается bonjour. Как по-русски мы говорим bonjour, bonjour. А по-французски у нас bonjour. У нас вот это bonjour. On, сейчас покажу. On, ой, извиняюсь. On идет в нос. Bon. И jour. У нас будет читаться как U. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. У нас буква R читается как украинская Г. Надавлено. Очень сильно надавлено. Bonsoir. Вот, хорошо. Bon night. Bon nuit. Nuit. Oui. Comment ça va? Comment ça va? Ça va super bien. Bien, bien. Bien. Comme si, comme ça. Я выделила жёлтым. Comme si, comme ça. Да, правильно. Comme si, comme ça. Très mal. Merci, au revoir. И вот смотрите, я выделю всем синим цветом буквы R. Потому что некоторые дети, ну, у некоторых детей не очень хорошо получается сильно надавливать эту букву R. Но в течение там 3-4 занятий уже мы это постепенно оно разовьется, и уже получится более-менее выговаривать букву R. Так, хорошо. Алена. Салю, бонжур, салю, салю, бонжур. Bonsoir. Так, подожди, подождите, подождите. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bon nuit. Comment ça va? Ça вот. Va? Давай, давай, Super. Давай. Bien, comme bien, si, comme bien. Ça. Вот, bien, давай, давай. Comme si, comme ça. Très mal. Merci. Merci, au revoir. Давид. Salut, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Comment ça va? Ça va super bien. Comme si comme ça. Très mal. Смотри, буква S не читается. Прям очень хорошо читал. Но потом немножко ошибся. Буква S не читается. Très mal. Très mal. Merci. Au revoir. Опускайте Алёна и Давид руки. Алёна, ты читала? Алён? Всё, почитала. Себастьян, давай. Да. Салют. Салю. Салют. Видишь, жёлтым выделены буквы, которые не читаются. Давай. Salut. Bonjour. Да. Bonsoir. 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 Bonne nuit. Bonne nuit. Nuit. Bonne nuit. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Super. Не-не-не, ты пропустил. Сава. Кому? Сава. Вот, да, сава просто. Не-не-не-не-не. Смотри, ты пропустил после кому сава идет просто сава. Сава. Между... Вот. Супер. Бьян. Бьян. Комси-комса. Comme si, comme ça. Très mal. Très mal. Très mal. Я повторю еще раз. Я выделяю желтым те слова, те буквы, вернее, которые не читаются. Дальше. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Так, все, опускай руку. И
У нас сегодня, ну, кстати, ну, давайте в конце урока, если у нас останется время, мы прочитаем вот этот диалог. И, может быть, если у нас останется время, мы сможем немножко добавить туда еще там прощание и как дела, и ответ на вопрос. Так, диалог. Давайте быстренько прочитаем. Поднимаем руки. Хорошо. Амина с Аленой. Через одного. Салю. Салю. Камен сава. Сава бьян. Бьян. Мерси этуа. Сава бьян. Узи. Уси, уси. У нас буква, уси. Когда у нас две буквы «С», они у нас будут читаться просто «С». И еще в каких-то, вот, например, «роз», там будет пишется «Р-О-С-Э», и оно будет читаться, «С» будет читаться как «З». А здесь у нас читается просто как «С». Угу. А как переводится «уси»? «Уси» тоже. У меня, как бы, я чувствую себя хорошо тоже. Дословно, если переводить. Угу. Дальше. Au revoir. Au revoir. Угу. Алена, пускай руки. Арина и Себастьян. Кто первый? Ну, можете сами, кто хочет первый. Салю. Так. Салю. Это кто сейчас читал? Себастьян, да, салю? Я, да. Угу. Салю. Ой, да. Дальше. Кому сава? Кому сава? Угу. Сава бьен, мерси, этой. Этва, тва. Тва. Угу. Сава бьен. Бьян уси. Бьян уси. Угу. О ревуар. О ревуар. О ревуар. Угу. И так, можно вот, кто у нас сейчас? Арина и Себастьян, пускайте руки. У нас осталось Злата и Давид. И те, кто уже прочитал, советую сейчас взять там какой-нибудь листочек или какую-нибудь маленькую тетрадочку, небольшую, и записать новое слово у нас «уси». М-м? Хорошо? М-м? Так, Злата и Давид, давайте. Салю. Салю. Кому сава? Сава бьен, мерси. И туа? Ça va bien aussi. Au revoir. Au revoir. Угу. Так, я хочу так спросить, записали слово «уси»? Давайте сейчас его быстро запишем. Да. Так, ну, Злат, пусти руку, а мы сейчас с Акимом прочитаем. С Акимом. Угу. Так, я начну, а Аким продолжит. Салю. Салю. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Угу, au revoir. Так, вроде все, да, записали или нет еще? Вот это слово, aussi. А aussi что значит? Я записала. Это означает тоже. Кто написал, напишите в чат плюс. Угу. Аким, Амина, Лена, угу. Давид. Ну, вроде все так. Хорошо. Давайте продолжим. И сегодня у нас будет новая тема. Новая тема у нас счет. Давайте я сначала прочитаю до 10, потом у нас будет небольшое вот такое упражнение. Так, сейчас я приближу немножко. Ой, извиняюсь, не то. Так, поехали. Поднимаем руки. Амина, первая. Давайте я сначала прочитаю, потом уже. Zero. Un. Deux. Trois, quatre, cinq, six, sept,
8, 9, 10. Так, давайте пока первую группу. Амина. И, кстати, в это время давайте, пока кто-то читает, в это время мы будем записывать числа, потому что после этого у нас вот такое будет упражнение, чтобы мы подглядывали в свои тетрадочки, какие буквы будут пропущены. Хорошо? Угу. Давайте. Амина. Зеро. Ан. 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 Де. Ой. Туа. Видно? Да. Да. Угу. Quatre. Cinq. 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 Six. Sept. Huit. Угу. Neuf. Dix. Так, Себастьян. Можно вопрос? Да, можно, конечно. А вот цифра 7. Почему П не читается? Ну, вот, как сказать, французы, я же говорила, что некоторые буквы не читаются, чтобы была более такой плавный, как сказать, более плавный такой сочетание, как сказать, сочетание букв, чтобы было красивое. Себастьян? Да. Читаем. Вот здесь. Вот это. Zero. Un. 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 Deux. Да, читай, читай. Un, deux, trois. Quatre. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Six. Six. Видишь, вот здесь у нас six. Six. Сет. Вид. Вид. Нёв. 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 Дик. Дис. Ой, дис. Арина. Арина. Так, Арина не слышно. Алена. Нет, я здесь. А, все, читаем, читай. Zero, 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 un, deux, trois, quatre, quatre, cinq. 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 Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Dix. Neuf. Dix. Neuf. Neuf. Не neuf, а neuf. Neuf. Алена. Zero, 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 n, zero, zero, un, zero, n, un, zero, deux, un, deux, trois, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Давид. Zéro. Un, deux, trois. Deux. Deux, trois. Quatre, quatre. Quatre, cinq, six. Sept, huit, neuf. Dix, onze, douze. Нет, мы вот это не читаем. Вот эти пока не читаем. Мы читаем вот это. Zero, un, deux, trois. И так далее. До 10. Злата. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
Мария. Zero, 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 zero. Zero, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. И Аким. Zero, un, zero, 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 un, trois, quatre, cinq, six, cinq, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Так, и теперь давайте до 20 прочитаем. Мария Сорокина. Onze, douze, treize. Подождите, давайте я прочитаю. Тут транскрипция русская, тут не слишком, тут неправильно так написано. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Onze, подождите. А, да, все, Мариш, давай. Onze, douze, treize, да, все, правильно. Quatorze, quinze, seize, seize, да. Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Себастьян. Да. Читаем. Onze, douze, treize, 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 quatorze, 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 quinze, 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 seize, dix, sept, dix-sept, dix-huit, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt, vingt. Злата. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Vingt. Дальше. Амина. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, Правильно. Dix-huit, или dix-huit. Dix-huit, правильно, dix-huit. А, ты же не читаешь на конце вроде. А это исключение, есть слова, кроме правил, конечно, всегда бывают исключения. Dix-huit. Dix-neuf, vingt. Vingt, да, хорошо, молодец. Алена. Onze, douze, treize, quatorze, quinze, quatorze, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, Dix-huit, dix-huit, ты не прочел, dix-huit. Dix-huit. Dix-neuf, давай дальше. Dix-neuf. И вон. Вен. Ага. И Арина. Onze, douze, treize, quatorze, quatorze, quatorze. Видишь, тут у нас транскрипции по-русски написаны. Quatorze. Quatorze, quinze, quinze, seize, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Так, все, да?
И сейчас давайте мы с вами посмотрим небольшой такой, как сказать, урок. Видите, вот здесь я оставила. Я думаю, можно пока запись приостановить. Так, сейчас сделаем упражнение небольшое. А вот у меня вопрос, не знаете, как давать людям, детям там право рисовать? Просто... Да. Так. И давайте сейчас выполним упражнение. Поднимайте руки, буду по очереди спрашивать, что... Так, задание у нас вот такое. Мы должны... Вот у нас тут вот в этой колонках, вот этих колонках, на колонках написано, написаны сами слова там А1, СИС, 6. И вот мы должны, вы должны сейчас, я вам дам 5 секунд, рассмотреть и потом как бы сказать, что там А это единичка. Я найду ее, соединю, хорошо? Так, даю 5 секунд. Так, начинаем. Так, давайте начнем с Арины. Ан один. И где? Так, все, вижу, 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 все. Амина. Вот это следующее слово. Сис. Сис, шесть. Дальше. Злата. Слышно? Меня слышно? Да-да-да, слышно, слышно. Да, это два. Так, вот вижу. Дальше. Себастьян. Да. Синг это... Это трес. Трес, трес. Мы вот в этой колонке пока работаем. Это восемь? Нет, это 13. Мы же с вами считали до... А, да. Ты, наверное, не записывал, да, я так понимаю? Нет. Очень плохо. А так бы осталось на памяти, можно было бы хорошо запоминать. Так, вижу, все, 13. Ты пока записывай вот то, что мы вот здесь сделали пока. Ты эти слова запиши, пока хотя бы в разнобой. Так, Алена. Как это читается? Так, сейчас. Сет. Сет. Семь, семь. Так, хорошо. Так, теперь дальше. Следующий у нас Давид. Дис. За 10. Хорошо. Так. 10, 10 вижу. Да что ж такое, не закрываю. Вот. Так. Амина. Канз. Канз. Ага. И это что? Канз. 15. Хорошо, молодец. Так, можете еще раз руки поднять. У нас еще немножко есть. Арина. Дозы, да? Да, дуз. Так, так, так. Это 12? Да, молодец. Дальше, теперь в этой колонке работаем. Злата. Вот отсюда. Сэнк, это 5. Хорошо. Дальше, Давид. Катос. Это 14. 14? Да? Я не поняла. Да. Так, дальше. Давайте, руки поднимайте. Амина, давай.
Онз это 11. Так, хорошо, правильно. Сейчас вижу, все увидела. Дальше. Так, давайте, наверное, Арина. Сейз получается, да? Да, сейз, сейз. Это получается 6. А, нет. Нет. А, это 16. Хорошо, правильно. Дальше. Так. Давайте, наверное, Давид. Троз. Трава. Туа. Туа. А? Это 3. Алена. А как она читается? Неф. Неф. 9. Молодец. И Себастьян. 2 остальных. Это уже много делали. Себастьян. А, извините, звук. Ничего. Это вот нижняя диктиз. Это wit, и что это? А, это wit, и это 4. Нет, 4 уже было. А, 8. Угу, 8. И вот тебе еще осталось 4. 4, это 4, да? Угу, да, молодец. И сейчас мы еще одно задание сделаем. Сейчас, ой, да, извиняюсь. Так, и сейчас мы будем заполнять слова. Приготовьте свои тетрадочки, вы будете подглядывать в них туда. Поднимаем руки. Амина, тебе досталось 12. Дос, это о. Какие там, подожди, там оу, да. Оу, так, z, и э. Молодец. Злата. Пятнадцать у тебя? Ой, извиняюсь. 15. Что там? Q. Пропущенное. Q. Сейчас, извиняюсь. Q. И? Z. Z, хорошо. Ой, так, извиняюсь. Что-то как-то криво получилось. Да что ж такое? А, так, дальше. Арина. О, там получается... Ре. Вот здесь у тебя Р. И? И Зет. Так, дальше. Кто у нас? Давайте Себастьян. Да, у меня 10, да? Да, 10. Такая Д. А, нет, там что? Какая пропущенная буква? Какая пропущенная? Х. Угу, молодец. Дальше Амина. Неф. Это вот такая да. Дальше и Давид, и потом Давид, давай. Сейз. Что там пропущенное? И. Правильно. А дальше. Арина. П пропущено. Ага, так. И давайте уже можно уже прям вместе. Какая здесь первая пропущенная буква в 14? К. К. А вторая? Ага. Так, дальше. Кто у нас еще? Д, Х. Угу.
Это Так, С. да, Давид, давай, Давид, теперь. Куатр. Какие пропущенные? Ю. Угу. Е. Дальше Рина. Восемь. Какая пропущенная буква? Ф? Х получается. Аш, аш, это читается. Себастьян. Да. Пять. Давай. Так, пять. Да. Угу, какая пропущенная? Длинные. Пропущенная буква Так, и давайте быстро сделаем Амина и Арина. А. Моим. Он здесь сзади. И Арина. Арина. Получается, стараюсь. Или О? О, Е, я. да? Угу. Так. А, ой, извиняюсь, это я, да. Извините. О, правильно. Молодцы. Так. И давайте, наверное, же домашнее задание потихоньку нужно закончить и заканчивать. Вы молодцы, очень хорошо поработали. Ой, забыла стереть. Итак, значит, у нас домашнее задание. Вот домашнее задание – это выучить счет до 20 по тетрадям то, что вы записывали. Дальше. Выучить алфавит, потому что я буду наизусть спрашивать на следующем уроке. И сейчас я вышлю в чат ссылки счет до 20. Или можете сами вбить в интернет. Я общее видео прям отправлю, чтобы не было много ссылок. И песенку про счет я отправлю сейчас. Так. Не что никакая ссылка. Я знаю, да, я еще открываю. Давайте сейчас попрощаемся. Au revoir. Включаем микрофон, Да. попрощаемся. Ура!